канадский сенсей любил пробивать сразу в пах. Если человек перед ним, то автоматом шла нога. Значит, поэтому вот, ну, могу чуть сдвинуться, да. Все. Дальше его проблема. Вот я уже ничего не делаю, как руке. Если не надо ничего делать, все стоит. Дальше его первый темп работает. Хорошо, ушел, да? Что мне здесь делать? Ну, во-первых, идти ногами. Вот самое плохое, то, что здесь происходит, да, делать, это вот, вот такие вот вещи. Нет, ваше расстояние вы взяли, здесь контролируете, да, точку приложения силы. И вот это расстояние от точки до центра, оно, по идее, не должно меняться. Это ваше комфортное расстояние. Вы здесь прошли, вы здесь контролируете ситуацию. Вот я центр прям взял рукой. Ее не так просто вырвать. Одной рукой, если он будет дергаться, не получится. Если хорошо, спокойно, медленно, не спокойно, центр включает и дает данные, приходится двигаться, вырывает, как редко. Но тем не менее я здесь, я не остаюсь, да? Центр так идет, и в любой момент я должен контролировать его движение и показывать его неточность перспективы. Если чуть-чуть вот это вот движение первое сделано слишком назад, все, я вот эту вот руку уже разжимаю. Он не должен ничего суметь сделать. Это моя работа, работа руке. Взять, заставить его вырвать меня центром, а не рукой, сохранить эту точку. И при его ошибке, при слишком локоть, если просто уходит за пределы тела, то все, уже сюда включаться в движение, да, там какие-нибудь вещи делать такие, чтобы он понял, именно физически понял, а не головой, что здесь он уже проиграл ситуацию. Хорошо. Если надо привести еще дальше за спину, а это надо привести, да, мы работаем здесь всем корпусом, оставляя эту точку по центральной оси тела, чтобы никто не заходил. Хорошо. Здесь следующий этап тоже очень непростой. Вот я немножко повернусь, так вот мы в такой ситуации оказались. Нормально, он развернул меня, подошел, здесь пока ошибок нет. Дальше, по какой траектории руку надо, в принципе, поднимать. Вот я у некоторых пар видел, что идет вот ладонью сюда движение. Вот эта ладонь. Не всегда это самое сильное и эффективное. Соня, по-моему, ты вот так работаешь через ладонь кверху. Вот эта форма однозначно сильнее. А такая ты как бы, ну, отдаешь сюда. Мне легче, как в руке работать с такой формой. Значит, если привел сюда, да, дальше, опять же, не работай. Вот ты начал опять мою кисть там пытаться что-то поднять. Нет, нет, нет. Отсюда бедро и локоть. Вот положение идет. И открываешь сюда. Почувствуй, да? Вот я выдергиваю, да? Локоть здесь остается, чтобы сюда провести немножко. Сюда работаю. А потом сверху идет, не в этой точке я поднимаю, а у меня меч. В руке, да, в руке. И вот этот вот конец Буркина, я понимаю. Конец Буркина. Вот эта форма. Так, чтобы, да, все оставалось по центральной оси тела. Вот мы туда партнера можем. Руку бери. Не возьмешь, врежу сейчас. Ну, надо брать руку. Почему берем вторую руку-то? Потому что это удар идет, это активное движение. Это не вы берете руку, а вы защищаетесь. Вот это атака идет. Давайте со второй рукой-то работать немножко. Хорошо, заблокировал эту атаку, да? Заблокировал. Это перед собой. Вроде назад не вытянет теперь. Да, все это мы на себя его как бы одели. Но надо теперь нижней рукой хорошо работать. И уке должен все это контролировать. Уке. Вот больше меня никто не научит правильной форме. Только он. Чтобы там сенсей не рассказывал,
только руки, руки его, вес, его масса вся, только это помогает понять правильную форму. Если опять же не до конца, как вот, ну, половина пар, слава богу, за несколько лет научили черных поясов, не до конца работаете нижней рукой, поворачиваете все, руке показывает, что равная позиция, никто ее не выиграл, и, в общем, без толку ваши все эти пируэты. Значит, нижняя рука, да, заставляет идти, управляем, и здесь встать. Вот позиция уверенная должна быть. Давайте каждый момент выполнения техники ноге Уке должен проверять со своей позиции. Ушел ли локоть, не заброшена ли рука назад, выведен ли партнер хорошо перед собой, получился ли разворот. В общем, все вот эти вот детали. Давайте повнимательнее. Раз, два, три. Раз, два, вот эту позицию не забудьте отработать. Три. Раз. Весь корпус, вот ваша рука. И начинает. Ну, 31-е, наверное, да? Похожее движение, как работаете, да? Вот сюда партнера привели. И уходит передняя нога с рубящим таким движением вперед. Тоже половина сейчас практически пар ведет сразу наверх. Ребят, не делайте вид, что вы сможете реально эту технику отработать. Не сможете. Значит, или должно быть при этом, вот если движение вот такое вот наверх идет, да, это его инерция должна быть. Вот если он взял руку и двигается вперед, тогда это я могу сделать. Если он не двигается, просто зажал хорошо руку, я не могу поднять на таком рычаге. Даже локтем, даже вот какое-то движение, все равно вот мы упираемся, все пошло. Поэтому здесь проще. Взял руку, да, и центром просто тянете. Рука расслаблена при этом, ничего здесь делать не надо. Расслаблена рука. Пришли сюда. Вот здесь уже можно поднять еще руки, да? Перед собой вот этот шарик мы держим. Подняли сюда. Сделали шаг. То есть все, в общем, раз и второй темп. Вот он одновременно этот второй темп прошел. Здесь я еще смотрю вперед. Никуда мы ничего не делаем. Просто рука вот в таком положении, чтобы не дай бог, не потянул назад. Нормально, все, встали. Вторая на пояс поставьте для ощущения центра вашего. Вторая рука на пояс. Вот здесь движение-то идет, оно не пустое. Ну, практически у всех сейчас замыли, не двигайся никуда. Да? Вот практически все начинают вот эту вот форму. Ничего подобного. Вот эта форма. Если вы локтем не работаете в плечо партнера, он не пойдет никуда вперед. Поэтому это первый, второй. И локоть начинает, да, он туда работает, прям под мышку партнера. И вот вы повернули локоть, чтобы встали сюда. Вот ваша позиция. Взгляд не должен куда уходить, назад. Он как был, здесь остается, все. Вот здесь мы наметили форму. И здесь же отработали концовку. Давайте из таких мелких, но важных деталей все состоит.